Так, а что нам говорит пират? Правильно, о том, что здесь Ноев ковчег. На нем написано Ной, а вон сверху Ной стоит. И жирафа Ноя. Да. Почему ковчег? Потому что здесь много воды. Здесь дети все мокрые, нужно брать с собой запасную одежду, чтобы они могли играться. Все игрушки, здесь целая гора игрушек. Бери, строй, корабли, принцессы. Кого только нет. Вот, например, как дамочки наши. Там кракен огромный. Давай, давай, поплыли, поплыли. Даже самолеты под водой плавают. Слоны, на которых нельзя сидеть. О, боже, бедняжка, ты тонешь здесь сам. Ну ничего, тебя это не спасет, надеюсь. Так, Шпилен Бисриха Джахрен. Ну, в общем-то, мне кажется, что это до 3 лет. Слева, после 3 лет справа. Ну да, тут, наверное, для маленьких совсем. Тоже игрушки. Видно, до 3 лет. Что-то фонтанчики тут еще должны, ну, видимо, этот, но что-то не этот. Не фонтан, а фонтаны. Не странно. В общем-то, все. Вот и Ноев ковчег.